Всем привет, с вами Асель. Я очень рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня открываю новую рубрику, которая будет называться «Корейские пустые баночки». Скопилось их у меня немало, но, к сожалению, часть баночек я уже успела выбросить. Видео я условно разделю на две части, и всю первую часть я хотела посвятить вот этой вот многоразовой корейской краске для волос. В оригинале данный продукт называется Speed 5 Minutes Intention от бренда Bosniq. Хотелось бы отметить, что этот популярный южнокорейский бренд специализируется на создании лечебной профессиональной косметики именно для волос. Также по-другому данную краску называют 5-минуткой, по той причине, что время окрашивания ровно 5 минут и не минуты больше. Я чуть позже объясню почему. Данная краска создана на основе натуральных компонентов, она не содержит аммиак, и основным красящим компонентом здесь являются, конечно, чернила кальмара. А по этой причине эта краска и представлена только в темных оттенках. Она идет только в трех оттенках. Это Black, Dark Brown и Natural Brown. То есть черный, темно-коричневый и, соответственно, натурально-коричневый. Теперь перейдем к внешнему виду. Продукт находится в двух пакетах по 500 мл каждый. Имеются вот такие вот крышечки, которые плотно закрываются. И по внешнему виду мне эта краска напоминает детское пюре в мягкой упаковке. Оба пакета имеют одинаковый дизайн, только они отличаются по цвету. Также они пронумерованы 1 и 2. И если впереди имеется хоть какая-то информация, скудная на английском языке, то с обратной стороны, посмотрите, здесь все на корейском языке. В двух пакетах у нас находится продукт кремовой консистенции. В первом он имеет такой коричнево-кофейный цвет. Если что-то осталось, я вам могу показать. Вот так вот он выглядит. И по аромату, это такой специфический аромат, к сожалению, ассоциации я не смогла подобрать, но он не резкий, не химозный, но и приятным я его тоже назвать не могу. Во втором пакете продукт такого вот белого цвета и имеет очень приятный нежный аромат. И вот так вот он у нас выглядит. Здесь тоже немножечко продукта осталось. Вот такого вот белого цвета. Перешла я на эту краску по той причине, что у меня в последнее время после окрашивания обычной краской начался очень сильный зуд кожи головы. Неважно, где я окрашивалась, был в домашних условиях, либо в салоне. Этот зуд мне доставлял очень сильный дискомфорт, он уже даже переходил в жжение. Ну, то есть это, я думаю, что это уже было что-то похоже на аллергическую реакцию. Мне порекомендовали безаммиачную краску для волос. И как вы можете судить вот по этим пустым пакетикам, что зуд у меня прекратился. Далее, как пользоваться этим продуктом? Все предельно просто. Выдавливаем содержимое в двух пакетах в равных пропорциях. И выдавливаем именно то количество, которое вам необходимо. Все зависит от длины и густоты волос. Наносим. Далее закрываем пакетики очень плотно. Кладем куда-нибудь темное место, сухое. Я держала при комнатной температуре. И наносим на сухие волосы. Производитель рекомендует наносить на чистые волосы, но у меня получалось по-разному. И на результат, в принципе, это особо не повлияло. Далее шапочку я не надевала. Просто закалывала чем-то, крабиком, заколкой, и, в принципе, все. И еще один важный момент. Выбрала себе я оттенок Natural Brown, то есть натурально-коричневый, но по факту я получила темно-коричневый. К сожалению, камера и без того мои темные волосы делает вообще черными. На самом деле они у меня действительно темные, но никак не черные. Отсюда следует то, что данная краска идет на полтона темнее, поэтому имейте это в виду и будьте осторожнее. А еще есть такой момент, что эту краску необходимо держать на волосах ровно 5 минут, так как она имеет такое интенсивное окрашивание. Но признаюсь, что я держала ее несколько раз и подольше. Бывало и 7 минут, и 8 минут, и 10 минут. Поэтому этот факт тоже, конечно, мог повлиять. Так как эта краска, она идет интенсивная, поэтому время окрашивания, оно очень сильно влияет на тот, который вы в итоге получите. Поэтому, если на упаковке написано, что время окрашивания 5 минут, то необходимо
действовать по инструкции и не экспериментировать. Но в итоге вот я получила то, что получила. В других каких-то отношениях, конечно, я краской абсолютно довольна, потому что волосы очень, после окрашивания, они очень мягкие, эластичные. Также нет вообще никакого намека о том, что вот вы недавно окрашивали свои волосы, то есть они выглядят абсолютно здоровыми. Также после того, как я смывала краску, я не пользовалась абсолютно никакими бальзамами, масками, просто мыла волосы шампунем. И они у меня после этого были мягкие, очень хорошо расчесывались, при том, что волосы у меня свои от природы быстро путаются, и они довольно тонкие. Также при попадании на кожу краска довольно быстро смывается, поэтому без паники, просто во время окрашивания вооружитесь влажной губкой. Хватило конкретно на мои волосы данной краски на 14 применений. С учетом того, что я окрашиваю волосы один раз в месяц, по мере отрастания корней. То есть это получается больше, чем на год не хватило. В основном я прокрашивала только корни из-за седых волос, разумеется. Где-то раз в 4 месяца я прокрашивала волосы по всей длине. Но мне хватало небольшого количества средства, потому что волосы у меня не густые, в общем-то, поэтому и мне небольшое количество краски хватало. Но если вам повезло и у вас от природы очень густые длинные волосы, то, конечно, вам хватит, я думаю, что от 5 до 8 применений. Кстати, седые волосы данная краска, по крайней мере мои, закрашивает на 100%. Но это, конечно, зависит уже от вашей структуры волос. Да, чуть не забыла, эта краска на волосах держится просто железобетонно. Если вдруг после окрашивания решите стать блондинкой, будете делать где-то в салоне красоты, например, смывку краски, то, скорее всего, у вас это не получится. Легче будет просто отрастить новые волосы. Ну, вот такая вот эта краска. Поэтому, если вы сторонница частой смены имиджа, то эта краска, скорее всего, не для вас. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Я стараюсь, чтобы видео были максимально информативными и полезными. Впереди вас ждет очень много пустых баночек. Спасибо за все ваши лайки и комментарии. И это не просто слова, так как мне очень приятно получать от вас обратную связь. Всем пока и до встречи в следующих видео.